Выйди, сади. Одна. Что это значит? Я имел подлость купить сегодня эту чай. Кладу ее в ваш хлам. Костя, что с вами? Скоро таким же образом я убью самого себя. Я вас не узнаю. Да. Это после того, как я перестал узнавать вас. Вы изменились ко мне. Ваш взгляд холоден. Мое присутствие вас стесняет. В последнее время вы стали раздражительны, все объясняетесь какими-то символами. И чайка эта, по-видимому, тоже какой-то символ. Но я вас не понимаю. Простите, я слишком проста, чтобы понимать. Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают мне успеха. Я все сжег. Все до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив. Ваше охлаждение страшно. Невероятно. Точно проснулся и вижу, будто бы это озеро высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что слишком просты, чтобы понимать меня. Вот, что ж тут понимать? Пьеса не понравилась. Вы презираете мое вдохновение. Уже считаете меня заурядным, ничтожным, таких много. Как я это хорошо понимаю? Как понимаю? У меня в мозгу точно гвоздь. Будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь. Счет, как змея. Вот истинный талант. Вступает, как Гамлет, и тоже с книжкой. Слова, слова. Это солнце еще не подошло к вам, вы уже улыбаетесь. Взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам. Ты думаешь? Да.